Трое подростков утонули в результате ДТП в Кизилюртовском районе. Автомобиль «Мерседес» опрокинулся в реку. В машине находилось пятеро ребят, выжили только двое. За рулем находился 17-летний юноша без водительских прав. Он и рядом сидящий пассажир смогли выбраться из машины. Молодой человек уже в отделе полиции подробно рассказал, как произошла трагическая авария. Я вышел со своим младшим братом и с одноклассником покататься. Заехали сначала за одним, затем за следующим. И после этого мы решили покататься, сняли номера. И за рулем был я. После этого я начал вилять машины, из-за чего машина перевернулась в реку. Каким-то образом я и мой друг, который сидел справа от меня, выбрались, а остальные трое остались в машине. Машина кому принадлежит? Родному дяде. А где находится хозяин машины? На севере. В ходе осмотра машины они были без госрегистрационных знаков. Где номера машины? В салоне. Что вы сделали? Для чего? Вы их сняли, или машина была без номеров? Мы их сняли, номера сняли. Для чего? Брат просто предложил снять. Я не в курсе. Сколько лет было ребятам? По 17-16. Вы все одноклассники, в одной школе да, учитесь? Да. В каком классе? В 11 классе.